продолжаем хроники палисада. Палисад был под ремонтом. Здесь мы все закрыли геотекстилем по совету коллег из нашего отдела садов. И мы думали, что ну все, все помрет. А вот сейчас нужно вытащить мусорище, накопившееся, даже тут какие-то остатки. В этом году повезло, была спокойная зима и хорошо все очищали. Не было очень много каких-то кусков льда здесь. И у нас даже не сбрасывали снег, и нас не очень сильно повредили сирень, а строители очень классно как-то все это сделали, так что они как-то отодвинули. Ну вот только одна вот у нас вот эта ветка, но по сравнению с тем, что бывает, когда скидывают снег, это вообще полностью мелочи, потому что у нас ее сирень очень сильно покоцали за последние несколько лет. И сейчас я уберу вот этот мусор весь, который тут накидали, и посмотрим, как будут себя вести вот эти ребята. Thank you.